Возвращение в башню. Пора положить конец правлению лорда-регента и сделать Эмили законной императрицей. Вернитесь к башне Денуолы и тайком проберитесь туда, где раньше служили лордом-защитником. Лорд-регент боится каждой тени. Он усилил меры безопасности до предела. Если поднимется тревога, он спрячется в отлично защищенном убежище. Башня Денуолы. Мы на месте, Корво. Наверное, у вас не самое приятное воспоминание о башне. У вас есть отличная возможность раздать старые долги. Правда, сперва придется перебраться через шлюз. Но важнее всего убить лорда регента. Он построил себе комнатушек на самом верху башни. Говорит, это его убежище, или как-то так. Совсем спятил. Раз уж принялись за осмотр достопримечательностей, то вот здесь станция вещания. Оттуда делают все объявления. Туда заглянуть тоже не помешает. Готовы? Когда снова увидимся, лорд Регент уже будет мертв. А если выйдет иначе, сразу скажу. Для меня было честью работать с вами. Наверное. Проникнуть в башню Денуолы. Это для меня приоткрыли. Я могу тут умереть? Наверное, могу. Почти умер. Почти не считается. О, нет, крыса. Много крыс? Там тело какое-то лежит. Уже объеденное причем. Амулет. Как там? А, альбинос. Белые крысы встречаются вам чуть чаще. А в чем прикол альбиносов? Я надеюсь, это тело, если заметят, не засчитается. Что его заметили. Ложу обратно. Фу, это было случайно. Regent asks, how's he gonna hear this assassin coming? Embarrassed? Doc for not bathing enough? He says the assassin's going to smell him in the dark. I have a mind to talk for too much conversing, guardsmen. Oh no, you won't. Нет, не посадите, я ведь помогал ставить новую сигнализацию для лорда регента. Он мне сказал, молодец. Так мне и сказал. Я подумал было, что руку пожмет, но нет. Тихо. Он говорит, там одного посадили за то, что плохо пахнет, не моется, потому что убийца его унюхает. Другого посадили за то, что он свистел на посту. Говорит, убийца тебя услышит. Бардак. Да вообще. Руна, башня.
Если бы весь город вымер от чумы или сгорел, башня Дунуола пала бы последней. Здесь обитает лорд Регент и те, кто ждет встречи с палачом. Впрочем, живут они по-разному. Он ходит по каменному полу, стараясь не ступить на один камень дважды. Он считает, он не может избавиться от мыслей. Башня Дунуола не настолько высока, чтобы вознестись над зловонием смерти. Мы оба бывали здесь раньше. Сейчас месяц жатвы? Время потеряло всякий смысл. Если бы весь город... Я ожидал. Сейчас затестим. А, не-не-не, врагам не надо. Да, классная штука. Без изгиба времени я бы сюда не прошел, насколько я понимаю. Я имею в виду, не прошел бы конкретно через эту дверь вот так вот, по прямой. С обратной стороны там, с какой-нибудь, да? Или переносом, разве что. Не знаю, можно там как-то. Пойдем, выйдем. Будем... А мы, наверное, можем по потолку где-нибудь. Ха, даже так. Как думаешь, после вчерашнего дадут тебе взвод? А, ну это... Это было. Этот диалог, кажется, на всех локациях слышим. У вас там да, многие диалоги повторяются. Есть внизу? По-моему, у них там внизу вообще ничего нет. Сейчас как ассасины. Хоба! О! Там деньги лежат. Придется спускаться. Не то, чтобы они, конечно, прям очень нужны.
что я хотел посмотреть? Я хотел сердце взять в руки. Ага, одно там. Ну, в смысле, одна руна там, одна там. А еще нам надо куда-то попасть. В башню вещания, это не там случайно. Или там. Dunwall Tower personnel remain on post until you receive further. Долбоев сердцем можно. Вот по идее, почему нет? Держись подальше от его ног. Где-то наверху этой машины находится человек. У него в запасе есть и другие преимущества, не только рост. Он уверен, что ходули делает его непобедимым. Они проходят над чумой, над крысами, над затопленными улицами. Они умело используют свой рост. Достал, смотри-к. Здравствуйте. Вы кто такие-то? Обслуга какая-то. Горничная. Прекрасный отсюда вид, правда? Это место меня угнетает. Почему? Здесь этот подлец убил нашу императрицу, и с того дня все становилось только хуже и хуже. Да, это был черный день, но ведь и тогда жилось несладко из-за чумы и вообще. Не думай об этом, давай я тебя утешу. Мне работать надо. Может, я позже к тебе загляну? Сегодня не стоит. Утешитель. Дела в городе прескверные. Подождите, я просто на звуки не очень понял, какие-то странные магические пошли. Я чё-то... Какие звуки? Ну, слышишь, завывает все вокруг. Ну это может нагнетают, нет? Ну, может быть. Типа место навевает воспоминания. Может шарманка где-то, шкатулка шарманка работает? Да я ж в кустах! Идеальный стелс, вы чего? Мой план был не сюда идти, а немножко с другой стороны подходить. Жалко, их нельзя усыпить, чтобы он просто взял и упал. Да что ты, глазастый? Ну вообще странно, что такая устойчивая конструкция. По идее, она не должна быть такой устойчивой. Выдохни, Саша, прилипни к стенке. Тебя засекли. Не-не-не. Пока только что-то показалось. Скорее всего, меня сейчас засекут. Я
То есть тебе надо было портиться там вниз в проход сразу? Да, да. Не, вообще там есть заход. Мы можем сейчас просто попробовать вокруг обойти и забить на вот эти вот приколы. Чтобы по открытой местности не ходить. Mm-hmm. Видишь заход? По-любому мы там сможем обойти как-то, потому что нам еще до руны надо как-то дойти. Ну или фиг с ним. Да что, я пройти здесь не могу. Неприятно. Вот, да подождите. Неплохо. Нам сейчас в любой куда-то проход нырнуть, чтобы посмотреть, как они ходят, как они чего делают. Просто переждать момент. Да все хорошо. Оп. Кто? Где? Нифига он глазастый, смотри, как далеко увидел. Ага, летит. Ничего себе. Да он с биноклем, по-любому. Все-таки нужно аккуратнее с высотами. Упс. Да что ж такое-то? Иди разведку боем. А, да, надо было разведку боем. Тогда надо сначала сюда разведку боем. Просто пробежаться, посмотреть. Нужен ров, говорит он. Жить не может без большого рва. Каких таких врагов он ждет? Целое войско. Ров. От такой сырости только комары да крысы расплодятся. От такой сырости, да. Сырости мало, нужно еще добавить. А, с ним можно поговорить? Блин. Потом поговорим. Саш, ну зачем? Чё-то лежит мужик у себя. Я с ним уже не поговорю же. Ну и зачем его бить? Кинжалом. Ой. Маяк. Выдержка из исторической книги об острове Кингспарроу. Остров Кингспарроу расположен на середине реки Эренхевен. До прошлого века он использовался исключительно рыбаками, и лишь изредка там проводились религиозные церемонии. Во времена Марлийского мятежа на острове был построен форт и обустроена гавань, призванная защитить город с моря. Вскоре после трагической гибели императрицы Джасамины Колдуин, это произошло во время эпидемии крысиной чумы, действующий лорд-регент Денуола Хайрам Бероуз приказал построить на острове современное укрепление и маяк. Маяк Бероуза, строительство которого завершено не так давно, представляет собой настоящее чудо. Внутри него работают удивительные устройства Соколова, а энергию маяк получает из ворвания. Это ты? Убийца, о котором столько говорят? Слушай, я тоже не люблю этих мерзавцев. Пожалуйста, не убивай меня. У меня же дети. Каждый день я могу ненароком обидеть этого тирана, и меня тут же бросят в Колдридж. Слушай, я тебе помогу.
Чтобы поднять перегородку, поверни этот вентиль. Оттуда попадешь к главному входу. Только осторожней с миногами. Зазеваешься, пальцы пооткусывают. Хорошо, если пальцы. Удачи, мой друг. Не то чтобы мы друзья. Ну ладно, спасибо. Возможно, я на ту сторону сейчас как раз смогу перебраться. Если я до конца отсюда доплыву. Ого, тут. Ну вот они. Красотки. Специалисты по конечностям. Ого. Ну вот здесь попробую сейчас выйти, наверное. Сойдет? Ну вроде. F5-то можно прожать, надеюсь. Если что, спрыгну. Еще раз, 6, 4. Ага, да, это как раз вот куда надо. Почти. Интересно, башню вот эту можно. Я припоминаю, что что-то можно было с ней сделать. Оп! Не, ничего, нормально. Сейчас она меня спалит. А нет. Хе-хе-хе. Всё. Кто? Да, ничего не было. Дотягиваюсь. Как же у вас тут много? Как же вас тут не надо? Какой-то люк, смотри, крутить можно. Возможно, там заплыть можно внутрь. Но потом посмотрю. Слушай, мужик, у тебя вообще однозарядное оружие, которое нужно заряжать этим. Он не знает об этом. А он прищуром глаза перезаряжает пистолет, это же вообще... Не однозарядное у них, нет? Мне показалось, у них обычная такая. Покажи поближе.
не уронил. Мне рассказали в чатике, что тут у них в принципе другие пистолеты. Запретная территория. Где я тебя могу спрятать, чтобы тебя не нашли? О, вот здесь неплохое вроде место. А визуально очень похоже, по крайней мере, издалека. Его тут крысы не найдут? Не знаю, вложу. Я бы нашла. Но крысы не найдут, мне кажется. Не знаю, вообще на однозарядный больше похож. Ну, я говорю, я визуально так, краем глаза просто... видела, подумала, что однозарядный. Ну ладно, я поняла уже, поняла. Чатик, я поняла. Нет, послушай. Запретная территория. Капитан Браймонд, прошу поговорить с одним из ваших подчиненных. Капрал Кейс, ваш подчиненный, я полагаю. По словам дежурного офицера, Кейс приходил утром в подвал, где встречался с королевским палачом. О чем они могли говорить? К тому же мне сообщили, что Кейс проявляет интерес к оккультным знаниям. Я не смотритель, мне плевать, чем он занимается в свободное время. Но запретите ему даже приближаться к палачу. Подвал — запретная территория для наших людей. Майор Хокинг. Хокинг. Что, этот там пусть лежит. Ты же не успел меня заметить. Это вот как раз, по-моему, второй, который мне мешался тут сильно очень походить. Да тебе тут все мешаются. Не, ну особенно вот здесь вот мешаются. Валить компас. Официальный указ. По приказу лорда Регента. С этого момента вход в башню Доноола разрешен только через шлюз. Главные ворота закрыты для всех. Приказ написан в канцелярии генерала Тобиаса и скреплен подписью лорда Регента. Прости. Он так вовремя вышел. Заметит, наверное. Всё, отдыхайте. Я, наверное, даже здесь сохранюсь. Проходимость катакомб в месяц сетей. Мы это читали.
Опасная. Интересно, она меня засчиталась уже в руину призрака? Не то чтобы он мне, конечно, очень нужен. Я так вышел чисто посмотреть, где я нахожусь. Эти спят. Вот сюда как раз я хотел, получается, пробежать. Ну, наверное, можно пытаться теперь проникнуть внутрь. Башню эту отключить все-таки. Ай. Теперь мне комфортно. All members of the watch, we are now under high alert. Stay alert. Detain any suspicious person on site.